Всем привет, с вами Карбончик, это игра Far Cry 3, и это задание со стены Ракьят на убийство одного из главарей. Тут у нас одни снайперщики, так на задании было написано, то что вам необходимо будет уничтожить зону снайперщиков. В принципе, убивать всех не обязательно. У меня очень сильно аппарат намок, если вы заметили. То есть достаю его, он весь мокрый. Так, это еще какой, да, это противник. Пока что я не обнаружил одного из главарей. Еще не вечер, конечно. Главное, чтобы с той стороны не подплыли свои, то есть помощники мои, они порой подплывают на нападение, но они никак необходимо это убить главного с ножа, они как захерачат его. Чеченки, блин, прикрученные к лодке. И вот чехол, что я делаю после этого. Какой же так выкручивайся. Так, где же главный? Минус 2 уже. И вот мы спалились. И вот мы спалились. Так, ага. Ага, ага, ага. Так. Ага, нашел главного, нашел главного. Лечение. Отвлекнулся на лечение. Мне РПГшник жопу поджарил. Мне попали, черт. Надо было сидеть или делать. Странно, что меня нет ложи с лазером. Я бы тоже такой хотел. Так, теперь убийство главного с ножа. Так. Нужно это сделать как-нибудь, блин. Нельзя убивать его просто так. Тихо, тихо, тихо. Дойдем его осторожненько. Со спины. Чтобы нас не заметил. Так. Ага. Так, снова задание выполнено. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!